Всем привет, ребята, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и сегодня у нас на обзоре Черный Жнец в игре Monster Castle. Хриплый голос, ледяное сердце, Черный Жнец придет за тобой, все, что от тебя останется, это эпитафия на надгробии. У тебя был шанс, но ты его упустил. Черный Жнец — это эпический герой, и давайте посмотрим его бонусы пассивных навыков. Жизнь 9210, дальность атаки длинный, приоритетные цели любой, скорость передвижения управлять. Урона он наносит 774 и плюс 232 урона пассивного навыка. Скорость атаки управлять, вид атаки точечный урон, тип атакующий герой. И давайте теперь посмотрим его пассивные навыки. Острое лезвие повышает силу атаки героя на 30%. Спринт повышает скорость передвижения героя на 10%. Вампир. При атаке герой поглощает 20% урона для самолечения. Смертельный сюрприз. После смерти герой наносит 160% урона окружающим его врагам. Талант. После победы герой получит на 5% больше опыта. Тяжелый удар. Через каждые 4 секунды последующая атака героя наносит 140% дополнительного урона. Кровопролитие. Атака героя наносит монстрам 50% дополнительного урона. Ну что же, ребята, давайте теперь посмотрим, как ведет себя Черный Жнец в бою. В первую очередь давайте выпустим мы с вами дракона и пока что уберем оборонительное здание нашего противника. Быстренько ускорим. Можно пока что выпустить нам орков, чтобы они все зачистили. Вот теперь, ребята, мы выпускаем Черного Жнеца и посмотрим на его активный навык. Это очень эффектный навык, то есть анимация просто крутейшая. Сейчас вы все это увидите. Смотрим. Смотрите. То есть на втором, на верхнем и на нижних этажах герои получают урон. Это вообще круто, я считаю. Давайте выпустим мы с вами побольше орков и можем выпускать остальных уже героев. Ребята, мне еще интересно, если Черный Жнец наткнется на пружину, улетит ли он? Сейчас мы это узнаем. Давайте запустим Черного Жнеца и сейчас он быстренько у нас зачистит весь путь и посмотрим, наткнется ли он на пружины и сработают ли они. И вот, ребята, мы видим то, что Черный Жнец не натыкается на пружины. Это очень хороший бонус. То есть мы только что видели то, что он прошел через пружину и он не сработал. Ну что же, ребята, сегодня был обзор на Черного Жнеца, нового эпического героя. А вы были на канале GameMakers TV. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, а также вступайте в официальную группу ВКонтакте Monster Castle. Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайки, жмите сердечки. Все ссылки в описании. Также не забудьте писать свои комментарии под описанием и сделать репост. А вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока.